Друзья, всем привет! Моя история с Касумелем не закончилась. Мы едем опять снова туда же. Я так чувствую, что в этой истории будет продолжение. Вот, сейчас я еду без машины, купил билеты за 500 песо на двоих туда-обратно, скоростной катер. Компания MSC, большой паром из Гаваны. На нем сегодня прибыли наши друзья спортсмены из СНГ. Кстати, здесь в Касумель, прямо рядом с портом, вот этих больших кораблей из Кубы, находится дайвинг-клуб, в котором я, кстати, уже нырял. Здесь они просушивают свою снарягу. Беседишка висит. Сейчас мы идем вот в этот офис. Здесь находятся юристы, которые занимаются именно допуском граждан и проверкой документов. Посмотрим, насколько наши документы подходят для въезда в Мексику со стороны Кубы.